Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Спонсор сегодняшнего ролика — магазин Рандеву. И в честь нашего сотрудничества с ним публикую свой именной промокод на 10% в описании, который дает скидку, соответственно, 10% ко всем уже акциям и скидкам, которые уже имеются в магазине Рандеву. Проходим по ссылке сначала, которая в описании. Если не проходит, отключаем Adblock, если вы с компьютера. Он не нужен для YouTube, этот Adblock. Проходим по ссылке сначала, потом применяем промокод. Кто по ссылке не пройдет, тот потолстеет. И покупки должны быть от 2500 рублей, тогда промокод сработает прекрасно. Он многоразовый, каждый раз проходим по ссылке сначала, потом промокод применяем. Все очень просто, это самое маленькое, что вы можете сделать для меня. И приятных вам приобретений. Итак, сегодня у нас обзор замечательного, как я считаю, аромата. Вот в такой коробке я купил его, но это набор парфюмерный, где присутствует, очень сложно без ногтей открывать, конечно, но коробка мега шикарнейшая, как вы видите. Там даже ножки есть, вы понимаете, чтобы не царапался он, не шкрябался сам. Ох, ногти, где мои ногти? 33 минуты Паша открывает коробку. Такая крышечка со всех сторон прокрашенная. Все очень-очень красиво, согласитесь. Вот. И вот так вот оно выглядит внутри. Здесь, собственно, герой нашего обзора — туалетная вода и лосьон Aftershave. То есть после бритья. Он у меня уже фигурировал в моем ролике, по крайней мере, который назывался «Мои авторшейвы». Ну, я таким не пользуюсь, ребят. Я таким не пользуюсь. Пахнет, вот, ну, с пульвика хотел сказать. Из горлышка, да? Это сплэш, конечно же. Ну, не конечно же, но это сплэш. Максимально приближено к туалетной воде, но для меня слишком сильный запах. Вы знаете, что я люблю, чтобы ароматы эфемерно звучали, вот, легко, какими-то всполохами, какими-то вот, дуновением ветерка слегка. От тебя ощущается аромат, и в этом вся прелесть. Можете посмотреть предыдущий мой ролик про многопшичников, если кто еще не видел, и вы поймете мою позицию в отношении данного момента. Кстати, замечательная коробка, вот эту вот штуку, она вытаскивается, понимаете, ее можно вытащить и... Ну, в общем, ее можно вытащить... И сюда какие-нибудь конфеты класть или все что угодно. И мне кажется, она закрывается еще супер герметично при этом. Так что интересная такая штука. Я вот когда собрался сегодня ролик вам записывать, обнаружил, что мой телефон старый с разбитым экраном, он подсел. И это повод похвастаться вам новым планшетом. Посмотрите на эту прелесть, посмотрите на эту сказку. Вот даже небо осеннее, да, там отражается. Посмотрите, это зеленый мятный цвет. Я все-таки купил планшет. Минутка хвастовства планшетом. Я надеялся, что куплю планшет с каких-то донатов на мой день рождения. Вот. Думал, что подписчики там, ну, как-то скинут. Ну, или как-то кто-то сам по себе подарит. 0 рублей. Некоторые смеются, но я... Для большой аудитории, повторю, 0 рублей перечислили на мою днюху, в отличие от прошлой. И это забавно именно тем, что 0. Вот 0 — это такая цифра, ну, которая заставляет задуматься, настолько ли блогер дорог своим подписчикам. Ну, неважно, я все равно купил. Как сказала одна моя подписчица: Паша, ты... У тебя либо спонсор есть, либо... Ты на панели промышляешь. Ну, можете себе представить ситуацию, что, допустим, Рандеву, да, спонсор сегодняшнего ролика, покупает мне планшеты топовые, или же платит за переустановку стеклопакетов в моей квартире. Мне оценили ее сегодня в 35 тысяч. Ну нет, ребята, поэтому остается панель. И, конечно же, я на панели промышляю. А что? Паша за 45, Паша ягодка опять, я еще вполне себе секси, подстригусь только. Прядочки накручу на бигуди и вполне себе
А что, днем снимаю ролики, вечером по клиентам иду, пока клиентов жду, сижу, залипаю в Телеграме, модерирую свои группы. Вот так вот. Очень удобно, очень удобно. Вот буквально с одного нажатия все, все теперь летает, теперь мне стрим будет проще записывать. И давайте я вам зачитаю нотки, наконец-то, вот данного парфюма. Ребят, у меня когда ролики чуть реже начинают выходить, я ловлю себя на мысли, что не могу я вот исключительно по существу протараторить, пробормотать обзор, да, на тот же аромат. Хочется поговорить, хочется поговорить. Ну, может, я потому и блогером стал. Итак, 212 VIP Men, есть потому что женские. Каролина Эррера, она, по-моему, то ли, по-моему, венесуэлка она, или аргентинка. Но в любом случае, и там испанский язык, и Латинская Америка. Сама Каролина. Принадлежит группе «Восточные древесные», выпущен в 2011 году аж. Создан был Эмиль Бевихер Коперман и Люка Сьюзак. Верхние ноты. Послушайте ноты вот только. Только вслушайтесь. Маракуя, лайм, перец и имбирь. Какой перец не указано. Средние ноты. Водка, джин, мята и специи. Базовые ноты. Амбра, кожа и древесные ноты. Прекрасно. По-моему, прекрасно. Как он планшет? Он вообще топчик, конечно. 8, толщиной 6 с чем-то миллиметров, тоньше, чем любой смартфон. 8 гигов оперативки здесь, это не максимальное количество, были еще на 12, но я посчитал, что мне 8 хватит. Камеры, как у смартфона практически, 50 мегапикселей вот это заднее, ну и в принципе снимают офигительно, в то время как в планшеты обычно ставят камеры попроще. Процессор Snapdragon 870 вполне себе, то есть он не новичок, он уже такой немножечко преподустаревший, но очень себя хорошо показал, все летает, все сверкает, все великолепно, короче, вот, похвастался. И теперь про аромат. Это фланкер, соответственно, на парфюм Каролина Эррера 212 Men. Этот вот с приставкой VIP. Но нужно отметить, что на этот VIP, на этот фланкер уже получается, вышла еще куча фланкеров. Это нужно иметь в виду. Магнитная крышка. Прелесть. Вообще флакон очень красивый. Ну блин, и презентейшн вот в таком вот виде. Ну, не всякая ниша вот так вот может себе позволить делать подарочные наборы. Почему я его купил? Потому что в подарочном наборе он стоил дешевле, нежели только лишь один парфюм, вот, и цена была привлекательная, поэтому я его и купил, и не пожалел совершенно. Перед этим я его пробовал в магазине, и мне показалось, что он пахнет всеми ароматами, собранными Литуаль, вот, всеми подряд. Прекрасный спрейер, звезд неба не хватает, но, по крайней мере, пшикает нормально. Но когда вот я купил этот подарочный набор, слушайте, как же классно пахнет, а? Вот с каждым разом он все для меня лучше и лучше. Пряно, древесно, фруктово. Такой вот какой-то... Какие-то вот он грезы пробуждает. Я не знаю, как объяснить. Ну вот хочется в нем действительно тусоваться. И у них же слоган, по-моему, вот на оригинальной... Ну, на коробке, если аромат вы один покупаете... Are you on the list? То есть, а вы-то в списке приглашенных на VIP мероприятие? Стоит напомнить, если кто не знает, 212 это телефонный код Нью-Йорка. Просто когда был создан папа, просто 212, тогда еще ну, не были распространены мессенджеры вот эти ваши, да, интернеты эти ваши. И тогда телефон вполне в ходу был. Сейчас, конечно, это архаизм. Даже взрослые ребята со мной, наверное, согласятся. Телефонная связь, это ну, такое. Такое. А тогда вот, да, 212. И, блин, я тут чувствую действительно и фрукты, это, видимо, маракуя. И водка здесь слышна, водочка. Не так много ароматов, кстати, на рынке с нотой именно водки. Кто за то, чтобы я сделал обзор на ароматы с нотой водки? У меня их, ну,
больше двух точно. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что мы хотим. Водка это, ну, странный такой парфюмерный элемент. С одной стороны, аромат водки, он от него буэ, да? Неприятно, ну, спиртом пахнет, по большому счету. С другой стороны, когда вот этот водочный элемент грамотно вплетен в полотно аромата, он придает шарма только лишь. И вот многие здесь указывают икру. Икру почему-то все считают, что черная икра или какая-то, ну, такая эксклюзивная икра. На самом деле здесь имеется в виду лаймовая икра. То есть, вот знаете, когда цитрусовые вы близко рассматриваете, там, ну, как будто икринки вот эти такие. Вот это имеется в виду. Просто лаймовая мякоть имеется в виду. И никакая там не черная икра. И перец, да. И ну, здесь вот с фрагрантики я скопировал. Просто лайм, а много где лаймовая икра. Я думаю, что это от бренда, от самого. Было раньше. Фрагрантика тоже меняет часто ноты в тех ароматах, которые уже были анонсированы. Имбирь, но он всегда свежит, бодрит и ароматику такую нежную и свежую придает. Мята, опять же, да? Ну, мята здесь, конечно, на подпевках, но тем не менее. А базовые ноты амбра, кожа даже здесь есть, вы понимаете? Хотя кожу я бы ни за что здесь не обнаружил, и древесные ноты. Ну, блин, знаете, я его полюбил. Я его полюбил после того, как нанес на себя. Давайте сделаем ремарочку, что есть в люксе очень много парфюмов, которые именно вот и звучат, как весь ассортимент Литуаля собрали, и вот пахнет чем-то, извините за тавтологию, собирательным образом, да? Но это и Dior, мой любимый Off of Man. Он точно так же показался мне, что все с Литуаля собрали и в кучу скинули. И многие другие ароматы так, кажутся таковыми. Вот. И после того, как его на себя наносишь, как ты в шлейфе его ощущаешь, он классный. Вы понимаете, он, во-первых, позитивный. Во-вторых, он молодежный. Это не то, что я пытаюсь молодиться. Нет, ни в коем случае. Но он придает какой-то вот... ускорение какого-то тебе. Ну, как будто вот ты в среде молодежи общаешься, знаете, это всегда так. Это всегда бодрит. Когда Пашка оказывается там среди 20-25 лет ребят в толпе, вот, по тому или иному случаю. Это бодрит, это свежестью наполняет. Плюс он сам по себе достаточно свежий, бодрый, он клубный, он очень понятный всем. И при этом я бы не сказал, что тривиальный. В итоге, вот в итоге, даже с руки нюхаю, нет, не тривиальный. Встречал ли я что-то похожее на него? Ну, по большому счету, нет, ребята, не встречал. Я больше даже скажу, данный парфюм это предтеча Dior Sauvage, который взорвал рынок. Пусть там многие говорят, что благодаря рекламе с Джонни Деппом и так далее. И предтеча даже Issey Miyake, New EDC 2014 года, но этот вышел еще раньше. И уже вот здесь какие-то клубные, уже более современные вайбы. И более современных вайбов с начала 10-х годов я не слышал, потому что сейчас, ну, как бы, может быть, я интересуюсь больше нишей, ну, потому что я блогер, да? Но что там из люкса? Из люкса самые повторы. Бесконечные. Это и в Сен-Лоран, вот этот Y, и всякие... Про Труссард я и не хочу говорить вовсе. Кто там еще? Ну, Dior Sauvage, я уже сказал. Bleu de Chanel. А Bleu de Chanel, кстати, раньше вышел на год. Но больше это вот как-то на тему дикаря, на тему Sauvage. Хотя они разные абсолютно, ребят. Это вот просто именно предтеча. Я не знаю, как еще выразиться. И если отбросить все предрассудки, если вы парень, тем более молодой, или если человек, который хочет, ну, вот ощутить эту ауру молодости, то вам сюда, вам вот это попробовать непременно. И не нужно снобизма, господи, как я это все терпеть не могу. Вы просто нанесите на себя, вы просто походите, и вы поймете, что аромат топчик. Но он, понимаете, он энерджайзер. Он больше для именно тусовок, для вечеринок. Ну, типа One Million, но он далеко не такой душный. Далеко не такой вот томный, если можно так выразиться. Поэтому еще очень много я читал
о данном парфюме, мол, дешевка, все напихали, тошнит, попа слепательный и так далее. Ребят, слыхала из последних даже обзоров, супер нишеньки, далеко ходить не будем и не стану даже называть название. У меня в коллекции гораздо больше ниши попа слепательной, нежели вот этот аромат. И вовсе-вовсе никакой тут сладости излишней нет. Ее нет просто. Веселый, бодрый, жизнерадостный и прям кайф. И я вот думал, нужно ли данному аромату посвящать отдельный обзор. Нужно было. Это хит. Это хит, и ничего с этим не сделать. Пусть и, может быть, не такой мощный, как Dior Sauvage. Но, кстати, он стоит-то подешевле. Стоимость-то будет. Вы можете его найти за вполне приемлемую сумму. И просто кайфануть. Вы понимаете, вот в... Если вы парфманьяк, и если вы вот всякие такие всратые ниши покупаете, то на рынке-то по большому счету засилье вот этих вонючек. Они уже достали, они напрягают, они утомляют, они давят. Я по себе говорю. Я говорю о себе. Трижды подумаешь, прежде чем очередную такую вонючку, пусть она и 1000 евро там стоит за флакончик, за маленький. Думаешь, оно мне надо? Вот нанес недавно я эту луну, все никак забыть не могу. И сам от нее давился, и маму в шок привел. У нее чуть аллергический приступ не начался. А здесь всем будет понятно, всем хорошо, стойкость, шлейфовость. Просто на уровне, понимаете? Великолепно с этим все. И презентация. И все вообще супер. Но вот почему-то, мне кажется, это больше для молодежи. Такие дела. Также хочу сообщить, что не забываем подписываться в наши телеграм-сообщества, которые в первом закрепленном посте. Не в описании на этот раз, как промокод на рандеву, а в первом закрепленном посте. И Пашко Парф Дружина, где у нас последние дни почему-то токсикоз, а вообще мы дружные. И Пашко Скидки, где невероятные скидки на ароматы порой постят, и порой они действуют там часок-другой, поэтому нужно отслеживать все это. И Пашко Парф Барахолка, где вы можете выгодно купить и продать ароматы, и публикация обычного человека в обычный день, обычного одного аромата, она бесплатна, в отличие от многих других, которые деньги дерут, а корицу жалеют. А я все для подписчиков делаю. Вот. И также Пашко Антифейк, где мы вычисляем подделки ароматов и нечестивых продавцов, тоже мы там вычисляем. Итак, надеюсь, данный ролик был вам полезен. Оцените как-нибудь его, напишите, пожалуйста, вы пробовали этот аромат или нет. Он у меня вот в числе люксов очень даже на хорошем месте находится. Когда хочется фана, когда хочется феерии, но когда не хочется, чтобы аромат на тебя давил, но при этом он стойкий и шлейфовый, и всех вокруг восхищает. Вот, напишите. Согласны ли вы со мной, или для вас это прям ужас ужасный, и вы предпочитаете какого-нибудь условного Серж Лютанс или Шанель, тот же самый. Очень интересно будет с вами подискутировать, побеседовать. Безумно был рад вас видеть. Всем здоровья, процветания, добра и до новых скорых встреч. Гагуся, кстати, спит, он просто недавно поел. И пока. Супер, хай! Hey.